Какая-то странная надпись. Да-да, всем привет, это кактус, это игрушечка Алёя. Ха-ха, на самом деле это Илья. Угу. В прошлой серии мы смотрим, мы по своим разумам, да, памяти побегали. И нам сказали, говорит, идти в медцентр. Мы спустились на лифте, и где-то тут должен быть медцентр. Это что у нас? Это, нет, это криокамера. Я ж так тут побегал даже немножко, да, по-моему. По-моему, да, я помню. Помню, помню. Ну, конечно, вот по памяти я там бегал, это пиздец. Там эпилепсию прям можно было захерачить. Так, физическая лаборатория, планетарная, биолаборатория, по-моему, да? Open. Open, please, motherfucker. Нельзя смотреть мне туда. Мне, значит, медцентр именно нужен, а не биолаб. Биолаб — это не то. Так, escape storage, speed... Слушай, а тут и нет медицинского центра-то. Я не на тот этаж, что ли, пришел? Это склад. Вот до сюда аварийная капсула. Не туда, да, смотри. Блять, склад. А, во. Ага. Не туда. Слушай, по-моему, вообще не на тот этаж. А если на тот этаж, то что делать-то? Криокамера, я... О, бля! Вот иногда вы не можете бежать в данный момент. Да это лучше вообще-то не бегать. Зона отдыха. Иди. Джонс, пожалуйста, простите, ребята. Выключить свет. Ах, вы же это... Ублюдки. Франко. Ганс. Эл, я тебе говорил, что бесполезно подавать. Он знает, он в этом мастер. Следи за языком, Франко. Че вы читаете-то? Че за муть? Не проще прям сразу в виртуальную реальность прийти и там почитать? Кола! Дайте мне колы! Идти смотреть. Дайте пожрать-то. Странно, по FPS у меня все пучком. History of Space, история. Марина, планшетик все у них, да? Бля, классная лампочка. Угу. А иногда прям, не знаю, что-то проседает. Почему это? Так, ладно, мне не сюда. Мне вообще надо в другую сторону. Это у нас лифт. Смотри, значит, мне нужен медицинский центр. Медбэй, все правильно, четвертый этаж. Где я на полу стрелки видел? Вон, медикал бэй. Знаешь, что в эту сторону надо? Я не в ту сторону просто пошел. Но кто так строит-то? А кто такие вот эти? Коридоры дурацкие, непонятные. Медбей прямо. Не, ну конечно, вот это грамотно, да? То, что так вот на полу нарисовали, и типа куда можно идти-то, и туда там название сразу этого. Вот это, конечно, да, вот медицинский отсек. Кто меня смотреть хотел? Джон! Джон, мазафака! Я что, сама себя буду осматривать? Ну, лады. Клетки какие-то, смотри. Иноземные. Ага. Образцы кожи. Это у нас какой-то газ под давлением. Блин. Какой-то газ под давлением. Не ходить в обуви, говорят. Ну, мне вот сюда надо. Опа. Нихуя, не то сделал. Ну, давай, ложись. Бля, ты не сюда должна ложиться, что ли? А куда? Как мне смотреться? Доктор,
У меня вообще-то хуёво мне. Вот. Сюда. Спасибо, что пришла, Эл. Пожалуйста, расслабься. Я проведу осмотр. Подожди, да я хоть посмотрю, что тут такое-то. А то ты меня сейчас закроешь, бля. Ёбашка. Ой-ой, мне хреново, царь. Этот, Том. Сканирование завершено. Блять, меня вырубило. У него, наверное, это... Ниху. Яшеньки. Каз. Каз. Ёбанашка. Да ладно. Я ж прям вообще сейчас пизданусь. Бля, что мне надо-то? Давай, выпусти меня. Бля, ну вот это вообще непонятно. Что делать-то? Бля! Наблюдать дисбаланс в теле и волнах нашего мозга, вероятно, и это результат админдриллярной гиперактивности, вызванной ошибкой модерного. Че ты, блядь, сука, там понаговорил-то? Я предусмотрел свои воспоминания, когда ощутила какое-то внешнее присутствие. Не знаю, как объяснить. Последовательность событий нарушилась. Меня выбросило из симуляции, тогда я начала звать тебя, но ты не отвечал. А потом я увидела мужа. Бля, ты так быстро? Не знаю. В симуляции появился вихрь света. И думаю, из-за него произошел сбой. Он появился еще раз после того, как ты отключил оборудование. То есть на палубе для наблюдений? Да! Ты влетел туда на пару секунд, а потом пропал. Разве этого не было на записи? Нет. Ни в одном из спектров? Боюсь, что нет. Каз, я схожу с ума? Хотите пройти биологический тест? Это был риторический вопрос. А-а-а. Я же интеллект... Что, так просто? Понадобится некоторое приготовление. Ты нарушишь протокол, разве ты можешь это сделать? И что мне делать? Так, вам нужно сесть в одну из аварийных капсул. И я направлю ее к одному, сначала скопирует меня на коммуникатор. Скопировать тебя? Именно. Вы не можете пройти по паломничеству без помощи навигатора корабля. А даже если предложить, что моя коллега онлайн, она вполне может попытаться вам препятствовать. В любом случае, без моей помощи вам не обойтись. My assistance would be of existential value to you. Ага. Но тогда будет два тебя? Кто-то должен нарушить протокол. Я притворюсь, я поняла, как это работает. Что мне делать? Во-первых, возьмите в инженерном отсеке карту памяти для коммуникатора, чтобы туда поместился. Во-вторых, получите доступ к центральному серверу, чтобы скопировать меня через порт. Из путешественников доступ к центральному серверу есть только у Элис. Вантвилл, Филисвал, Ланфана и Лавинга. Так что постарайтесь убедить кого-то из них. Ага, у четверых. А, у троих. Можно мне все это в письменном виде? Готово. Так, найдите ключ. Понятно. Найдите карту памяти. Понятно. И доберитесь до палубы с аварийными капсулами. Понятно. А где мне карту, ключ сервера от сервера искать? А тебе когда мне говорил, что ты душка? Yes. Да. Ну и мудак ты. Ты просто мудак какой-то. Ты хочешь отсюда съебаться. Найдите способ загрузить Казуми на свой коммуникатор. Так, мне нужно найти карту. Понятно. Пойдем тогда искать какие-нибудь серверные, какие-нибудь несерверные. Выход отсюда. Так, мне, значит, нужен Network Super, да, наверное, скорее всего.
А хотя подожди, нажмите I, чтобы увидеть свою цель. Во-первых, возьмите в инженерном отсеке, инженерный отсек нужен. Карту памяти для коммуникатора. Бежим в инженерный отсек, значит мне нужен лифт. А, понятно. Так, элеватор где? Элеватор туда. Так, это не элеватор, там какой-то псих сидит. О-о, толстый, смотри, какой-то пошел. Пойдем, я тебя убежду. Да ладно, откуда ты вообще вышел-то? Из криу камеры, нихуя си. Куда делся? Вон он, смотри. Сейчас я тебя догоню, падла. А смотри, а за ним свет не включается. У меня свет включается, а у него нет. Так, куда ты съебался? На склад? Сука. Нет его там. Ладно, я не по назначению побежал вообще-то. Давай быстрее немножко. Элеватор, это же элеватор? Нет, биолаб. Элеватор туда. Элеватор. Так, мне нужен инженерный отсек. Так, инженерный отсек. И лезем на два. На два, я сказал. Угу. Надо бы придумать музыку в лифте. Бац-бац, бац-бац, пара-п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 а
Так, инженерный отсек. Сервер Кори, инженер Кори. Че, две, что ли? А как правильно? Инжиниринг Кори или Матинстенс Кори надо будет? Оу-оу! Проезжайте, сэр. Езжайте, езжайте, я постою тут. Не хотите? Тоши. Тоши Ваканаши. Хороший пылесос тут какой. Так, ядро сервера. Угу, мне туда потом надо будет. Нет, Кори, это все, это у нас ядра же. Инженерный отсек. Мне нужна карта памяти. Так, здорово, ребят. Обалденные скафандры. Просто обалденные. Прям все тут такое, аж прям космическое, бля. Как же это круто. Так, я что-то потрогать мог. Так, где-то что-то загудело. Пип-пип-пип-пип-пип. Ладно, пускай гудит. Дай карточку памяти. Одну. Опа. Так, все компы включил. А, это манипуляторы какие-то, прикинь. Где карточки памяти-то? Вот она. А не могу ее взять, прикинь. А? Чего-то я недовыполнил. Ой! Фуф, ты меня напугал, человек. Бля, нихуя себе, инженер, да тебе какие-то штуки непонятные. Вот это чего вообще такое? А штука это Activate Kazumi. Это робот. Это андроид. Татьяна Смит. Милошевич смешон. К тем, к чё, кому, к чё, куда? Слушай, а разреши мне карту памяти взять у тебя на столе? Танюха. Заверни за ухо.
чё ты там смотришь-то на кнопочки? Дай я у тебя заберу вот эту штуку. Татьяна Смит, слышь? Так, точно сюда же? Во-первых, возьмите в инженерном отсеке карту памяти для коммуникатора, чтобы я туда поместился. Танюх, отдай карту, сука. Во, может, без света не берет. Танюха, ой, ты чё, ты присела, я не видел, как ты присела. Так, может, она где-то еще валяется? Карта памяти где, блядь? Тут надо, короче, везде свет повключать. Но это же в потемках, это вообще дико ходить. Еще понять бы, как она выглядит, а то хрен знает. Может, она вот так вот выглядит, карта памяти, да, прикинь? Или вот так. Или вот. Так, давай вот здесь тоже включим. Может, из-за этого. Пип. Пип. Нет, не дало. Пип. Или вот карта памяти. Прикинь, такая большая. Я ж хрен знает, какая. Чё в коммуникатор влазит, чё в коммуникатор не влазит. Я в ваши времена-то не жил. Еще. Слышь, Танька, дай карту памяти. Танюха. Ёпта, это что тут понакидано-то? Мари, части людей. Да, это, по-моему, нога вот вообще. Тут, по ходу дела, кто-то сидеть должен быть, но он провалился. Ты, бля. Ну, где мне карточку взять, а? Я тебе тут сейчас что-то врублю. Команд. Рекавери. Слушай, я у тебя тут сейчас что-то вообще все повынимаю тогда. Ты жмот, ты не хочешь мне давать коммуникатор. Слышь, андроид, бля. Блядь, тур тупая. Вообще, вот отсюда что-нибудь вынул. 72. Блять, дайте карточку, а. Пип-пип. Чпеньк-пеньк. О. А. Блять, у меня тут так ВПС спросил. Вот она. Нихуя, это не карта памяти. Вот. Нет, тоже не надо. Так, я же в инженерном отсеке, правильно? Блять, и сюда не дают потыкать. И сюда не дают. И тоже не то. Engineering Core, да, все правильно. Инжи. Да, инженерный отсек. Какой тут цвет дурацкий, да? Я вот вам сейчас тут в реакторе насру. Не захотели мне карту памяти дать. Все, теперь я технолог. Понятно. Непонятно нихуя. Потыкал вам тут реактор-то, поломал. Охренеть технологии, прикинь, а? Так, ладно, это просто, наверное, анимация.
Опять ты. Чё ты вообще тут пылесосишь? Тут пылесосить нечего. Так, это лифт. Это подожди. Так, это у нас ядро сервера. Ага, меня тут не пустят, да? Да, смотри. Мне жаль, но у вас недостаточно прав для входа. Ясно, я скоро вернусь. Пойду хакну вас. Пидоры. Слушай, мне ноги, по ходу дела, сломало. Ремонтный центр. Давай, мне причиниться надо. Нет, не пускают. Так, инженерная отсек, ай. Во-первых, возьмите в инженерном отсеке карту памяти, сука. Она вот где-то валяется, наверное, вот такая вот, блядь, пиздёвина. Либо вообще упала, наверное. Карту памяти. Мне Танюха, наверное, должна была что-то сказать. А она, блядь, видишь... Дурочка какая-то. Отсюда вынуть, нет? Карт памяти, бля, да как она хотя бы выглядит-то? Шпеньк. Ёбушкин, воробушкин. Так, давай почи по порядку, да? Так, тут все жужжит, все крутится, да? Больше никуда потыкать нельзя. Вот она место поменяла. Танюха! Дай мне... Так, тебя теперь надо отвлечь. В другую сторону. Угу. Как это сделать? Чтоб мне можно было оттуда спиздить карту памяти. Да дай одну, у тебя их вон там, смотри, блядь, ты хуя. Слышь, Танюха, съебись. О. Так, карта памяти. Карта памяти готова. Так, все, идите в жопу. Так, карта памяти. Ого, извините. Во-вторых, получите доступ к центральному серверу, чтобы скопировать меня через порт. Используйте шейдинг к доктору центру серверу. Есть только у Эли Свенстрон и Филиппа. А, даже у двоих. А где они? Так. Это Танюха. А это как раз куда меня не пускало, да? Ага. Робот, 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 я тебя хочу. Чтоб... Нет, это ядро сервера. Уйдите, сэр. Так, где мы не были? Закрывайся, дверь. Давай, поехали. Капитанский мостик, конференц-зал. Вот здесь, по-моему, кто-то? Кто мне нужен? Элис. Элис и Филипп. Элис же это живут от бабы, да, которую там мы вместе с ней на Марс ходили. Воу. Вот это что, хорош? Нельзя, что ли? Можно. Элис? Элис, Фил, это ты? Нет, это опять я. Фил случайно закрылся и не может выйти. Он сказал, что поднимается. Ох, ладно. Сделаешь мне чё, куда капучино? Да, конечно. Принесешь кофе и есть тебе по пути. Вот моя кружка. Сливки, сахар. Черный. Спасибо. Ах ты ж пизда, ты мне лучше это. Блядь, где я тебе кофе возьму? Вот, кофе взяли. Так, и... где-то тут ячеечку видел для кофе. Если добавить щепотку Каролина, можно легко заполучить ее коммуникатор. Каролин есть у меня в комнате. Ебать. Ебать.
Вот это красотень. Нажмите А, чтобы увидеть текущую цель. Так, если добавить щепотку, все, что Каролин есть у меня в комнате. А где теперь мне эту комнату найти? Ай? Да ладно, я и так твой коммуникатор могу спиздить. Где он? Где твой коммуникатор, сучка? Где ты вообще лазишь-то? На Мальдивах. Так, мне теперь надо, значит, ко мне в комнату, да? А ко мне комната, и это у нас капитанский мостик, конференц-зал, ядро реактор, вот жилые помещения. Ой, я еду? Управление тут немножко вот такое, прям в лифте особенно, это пиздец. Так, а теперь между ними еще переключаться. Да, смотри, могу переключаться, кружка. Ой. А как тебя взять-то теперь? Ладно. Все, выпускай, давай. О. Так, network, medical. Реактор зон. Динкрум, гум. Так, а как мы будем-то? А, вон. Living. Жилые помещения там. Поддержка сети. Нету, да. Сейчас я тебя наплюю в чашку-то, падла. Так, ливинг, ливинг. Опять, что же эти пылесосы-то везде тут эти? А я думаю, что зашумело-то? Так, это кто? Жилые помещения А. Мне сюда нельзя. Жилые помещения Б. Я вообще какой сектор-то? Я-то в каком? С нельзя. Жилые помещения. Просто. А, это Д. Ха-ха, моя комната. Воу, да какая у меня комната-то классная. Смотри, сколько диванчиков-то. Солнце это весело, солнце это не весело. Солнце это пизданет, так пизданет. Слушай, как ты, блядь, ты вообще баба? Ты смотри, ты тут помойку развела. Ты что, не умеешь убираться, что ли? На место положить все, нет? Слушай, это не моя комната. Тут смотри, хоп! Типа, смотри, не беспокоить, закрылся там и все. И дрочишь. Ну-ка. Парк, хорошая попытка, но в следующий раз, пожалуйста, не нужно говорить за меня, ладно? И чё ты? А, ты мое зло слушаешь. Lazy Listened. Across the Stars. Сиди слушай, да, вон у него затычки какие-то в ушах. Ну, закройся тогда, что ли, дура. Слушай, а если прислушаться... Слышно, что у нее там играет. Так, вот здесь по-любому мужик какой-то, да? Смотри, гантельки. Пушки. Так, ладно, я ищу какой-то химикат. Мне химикат нужен. Чтобы взять предмет. А. Так, ну-ка. Вот так, не ходите туда. Так, а это моя тип комната, да? Слушай, я, по-моему, не туда зашел-то. Так это что за игра-то вообще? Бля, я такой не играл. Ну-ка. Это что? Почему у меня тут базрум? Базрум. А я-то где, бля, должен спать? Тут закрыто. Вот это, наверное. А я не нашел. Что-то я мог сделать.
А, это я только солнце мог. О, жители Земли поняли, что если они хотят и дальше размножаться, настало время покинуть родную Землю. Более того, это необходимо было сделать в нынешнем поколении. Пусть даже и в лучшем случае более 5% населения Земли смогло бы переселиться за пределы планеты. Существующие колонии Солнечной системы были катастрофически не готовы к принятию туристов, не говоря о миллиардах новых поселенцев. Пришло время заглянуть за Млечный Путь. К счастью, инопланетный интеллект и системы ОМОНа будто бы знал, что это произойдет, и услужливо показал человечеству путь к выживанию. Атлас 103C оказался планетой настолько похожей на Землю, что даже не верилось. Логично было предположить, что эта последовательность инопланетной цивилизации в течение некоторого времени наблюдала за человечеством. Тем не менее, когда человечество начало посылать ответные сигналы, реакции не последовало, но у многих это вызвало беспокойство. Идущие на маяк, да, тихо радовались. Эта планета, очевидно, должна была стать новым домом человечества. И что то ли не был достаточно милосерден, чтобы указать нам нужное направление. Ой, все, что, блядь, пиздец, глаза болят, нахуй. Я не могу это дочитать. Так, дальше. Это не берется. Слушай, а где мне взять тогда этот муцитрифон? Вот здесь в ящичке, да? Давай, я хочу насыпать туда уже, блядь, усыпить эту сучку и... А, это Татьяна Смит, это вообще не мое. Слышь, я тогда не сюда пришел-то. Так, помещение С, вот она моя каюта. Блядь. Не, смотри, у меня отдельный кают. Ёпт, я же не какой-то там, блядь, хрен-то. Я целый... Целый, блядь, у меня вот туалет свой. Чуть такое. Открой. Я хочу. Наверное, не там. Вот это я понимаю каюту, да? С окошком? Так, реальность такова, что мы ищем ничего, кроме людей. Людям не нужны другие миры. Им нужно отражение самих себя. И все? И тут только то, что ты процитировала. Опа, новый костюм. Вот он. Нет, это камень какой-то. Так, вот он. Каролин. Окей. Так, ну, взяли Каролин. Ну, еще дальше-то. Смотри, смотри, у нее ноги сломаны. А, это одна нога вот так все равно как-то сломана, да, выглядит. Ну, ничего, так комфортненько, комфортненько, да, тут так лежится. Ладно, давай тогда на этом ноте и закончим, вот так вот лежа в постели. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик. Ставьте пальцы вверх, комментируйте, рассказывайте друзьям, делитесь ссылочками и до новых встреч. Пока-пока.